Анатолий Пережогин, член Союза писателей переводчиков и, в общем-то, лауреат конкурса «Бумажный ранет» в этом году. Здравствуйте, дорогие друзья. Отдавая дань этому месту и 70-летию Красно-Ленинградской битвы, прочту небольшое стихотворение на Волгоградской набережной. Небо дает голубизну, солнце щедро струит поток. Почему же напомнил тризну в клумбах каждый яркий цветок? Почему же душа нелегка? Глянь, какой над Волгой простор! Далеки от нас облака, если в землю опущен взор. Может, ржавый металл, магнит, тот, что в этой земле лежит, душу тянет, сердце соднит, страшный лик войны. Неизжив павших мыслей, мечты, как взрыв, потрясают в глубинах нас, и стоим, головы не покрыв, мы над теми, кто землю спас. Спас, себя положив в нее. Город войны, словно жневье, а играет в мирной тиши лишь беспечные малыши. Спасибо. Вчера я узнал, что ушел один из моих учителей, замечательный учитель, директор школы. И это из далекого южноуральского поселка Красногорский, где он там всю жизнь прожил. И из таких людей Россия и состоит. И вот посвящу ему небольшой сонет «Ушедший». Не убивайся, не плачь навзрыд, ведь я не умер, не я зарыт. Я в трелях птиц, в глуби небес, в шептании листьев, покрывших лес, в журчании речек, в траве, в стогах, в вершинах горных, в седых снегах, в дожде осеннем и в той звезде, в широком поле, в ветрах, везде, в сиянии солнца, в цветах весны. Суть нашей жизни — любовь, не сны. И память сердца я не стирал, я был и буду, не умирал. В тебе, с тобою, простой ответ — не я в могиле, меня там нет. Вот я фантазер какой, красота вокруг, покой, не страшны ни град, ни вьюга. Понимают все друг друга и всегда друг другу рады, не чинят дела преграды, любят все играть привольно, нет кривых дорог окольных. Может, мысль моя крамольна, не шпыняют слабых больше. В общем, слабых-то и нет. Дети шлют отцам привет, все летают без ракет, сам себе кабриолет. Потому что все творцы в небеса открыты дверцы. Неужто в жизни повезло преодолеть любовью зло? Да, вдруг такие чудеса, тишь, благодать везде, краса, внутри доверие, покой, а воздух, аромат какой, жизнь всюду дивно хороша, течет потоком не спеша. Звезда звезде другой мигает, все отовсюду помогает почувствовать себя большим, когда дела свои вершим, и с неба
ангел прилетел, он крылья дать всегда хотел, дает в обмен на те кресты, что тащим на себе версты, и в каждом вечный свет горит, стихом не слышно, говорит. Однажды, помолившись, в понедельник, предстал пред Богом служка, не бездельник, и получил без слов благую весть. «Могу тебя куда захочешь свесть». «От, прежде чем устроиться в раю, хочу сперва проверить мысль мою, познать на опыте Всевышний буду рад, чем различаются сегодня рай и ад». Мне будут пажити твои сильнее, милы, когда увижу сам котлы и вилы. Да будет так, взяла его волна и прямо в ад мгновенно унесла. Пред ним стол с явствами уходит вдаль, сидящих за столом безмерно жаль. Еда, питье, все, что душе угодно, но смотрят все на стол с отчаянием голодным, ничто не могут поднести себе ко рту руками. Представляешь, Майду? Здесь слышен сатаны победный клич, сковал простертые руки бедным паралич. А что же рай тогда, подумал служка, и ощутил, как мягко взят за ушко, перенесет. Представить сможешь ты, как был он потрясен, когда увидел тот же стол из края в край. Неужто такой же, как и рай? И здесь сидят с простертыми руками, пред винами, сластями, индюками. Но, приглядевшись, убедился он, что рай не ад, что явь не страшный сон, себе не могут поднести ко рту. Но слышит, да, подайте-ка вон ту. От адского избавился испуга, в раю руками кормят все друг друга.